Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Tekst pierwszy. Konieczne. Футбол – это контактный вид спорта, и все уже давно привыкли к тому, что люди на поле довольно часто сталкиваются друг с другом, причем все эти столкновения происходят на больших скоростях. Заметьте, в футболе спортсмены практически ничем не защищены, кроме щитков на голенях. Это приводит к высокому проценту макро- и микротравм. Но мои обязанности в команде не сводятся только к оказанию экстренной помощи при травмах и разных заболеваниях во время матчей и тренировок. Я также оперирую, если есть такая необходимость. Хотя большая часть моей работы – это диагностика, предсезонная комиссия, выявление последствий контузий и текущая оценка физического состояния всей команды, а также контроль за применением игроками фармакологических препаратов. И все это делается в сжатые сроки, потому что у ребят – очень насыщенный игровой календарь. Высухай на грани еще раз. Конечно, футбол – это контактный вид спорта, и все уже давно привыкли к тому, что люди на поле довольно часто сталкиваются друг с другом, причем все эти столкновения происходят на больших скоростях. Заметьте, в футболе спортсмены практически ничем не защищены, кроме щитков на голенях. Это приводит к высокому проценту макро- и микротравм. Но мои обязанности в команде не сводятся только к оказанию экстренной помощи при травмах и разных заболеваниях во время матчей и тренировок. Я также оперирую, если есть такая необходимость. Хотя большая часть моей работы – это диагностика, предсезонная комиссия, выявление последствий контузий и текущая оценка физического состояния всей команды, а также контроль за применением игроками фармакологических препаратов. И все это делается в сжатые сроки, потому что у ребят очень насыщенный игровой календарь. Запознайся с трещом задания до тексту другого. Текст второй. В центре Волгограда работники государственной автомобильной инспекции устроили необычную облаву. Они останавливали машины, за рулем которых сидели обладательницы светлых волос. Брюнетки могли спокойно ехать дальше. Для автоледи это было большой неожиданностью. Многие думали, что инспектор останавливает блондинок за нарушение правил дорожного движения но оказалось, что гаишники вручали девушкам подарки. Таким образом, полицейские отметили Всемирный день блондинок. Про светловолосых девушек-водителей придуманы десятки анекдотов. Да, возможно, что на вопрос «Какая у тебя машина?» блондинка ответит «Серебристая». Поскольку цвет – это, по ее мнению, в машине самое важное. Считается, что блондинки слишком эмоционально подходят к вождению. Однако статистические данные убедительно опровергают застарелый миф о том, что женщины как водители хуже мужчин. Согласно этим данным, дорожно-транспортных происшествий по вине женщин-водителей происходит вдвое меньше, чем по вине водителей-мужчин. Можно смело утверждать, что женщины водят машину безопаснее, чем сильный пол. И это не зависит от того, кто они – блондинки или брюнетки. Выслушай награния еще раз. В центре Волгограда работники государственной автомобильной инспекции устроили необычную облаву. Они останавливали машины, за рулем которых сидели обладательницы светлых волос. Брюнетки могли спокойно ехать дальше. Для автоледи это было большой неожиданностью. Многие думали, что инспектор останавливает блондинок за нарушение правил дорожного движения но оказалось, что гаишники вручали девушкам подарки. Таким образом, полицейские отметили Всемирный день блондинок. Про светловолосых девушек-водителей придуманы десятки анекдотов. Да, возможно, что на вопрос «Какая у тебя машина?» блондинка ответит «Серебристая». Поскольку цвет – это, по ее мнению, в машине самое важное. Считается, что блондинки слишком эмоционально подходят к вождению. Однако статистические данные убедительно опровергают застарелый миф о том, что женщины как водители хуже мужчин. Согласно этим данным, дорожно-транспортных происшествий по вине женщин-водителей происходит вдвое меньше, чем по вине водителей мужчин. Можно смело утверждать, что женщины водят машину безопаснее, чем сильный пол. И это не зависит от того, кто они – блондинки или брюнетки. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego Текст 3. Можно ли за 90 дней объехать Европу? Запросто. Стас Егоров с Евгением Минаевым за три месяца проехали на велосипеде 13 европейских стран. Стас, с чего все началось? С мечты о далеких странах и незабываемых приключениях. До этой поездки мы с Евгением никогда не были за границей, но ехать организованной группой нам не хотелось. Вот тогда мы и придумали путешествие на велосипедах. Конечно, какие-то мысли по поводу маршрута у нас были, но как все организовать мы не знали. Однако мир не без добрых людей. Сегодня обо всем можно прочитать в социальных сетях. Именно там мы нашли группу ⁇ Двухколесные люди ⁇ Ее члены ⁇ бывалые велосипедисты-путешественники. На сайте они делились своим опытом, доверяя мнениям совершенно незнакомых людей, без путеводителя. Мы продумали всю нашу трассу и в тайне от родителей и приятелей начали готовиться к путешествию. Близкие до сих пор меня упрекают, что до отъезда я все держал в секрете. Все сложилось так, как вы запланировали? Не совсем. Хотя до Праги мы доехали благополучно, но там у Евгения украли велосипед, который он буквально на минуту оставил без присмотра. Пока друг вызывал полицию, я погнался за грабителем и чуть не врезался в машину. Я ездил по близлежащим улицам в надежде найти вора, пока не упал на каком-то повороте и не разбил колено. Когда я вернулся, полицейские проверяли документы Евгения. Они обещали помочь, но особых надежд не было. Чтобы ехать дальше, Евгению пришлось купить подержанный велосипед. Вы встречали по пути необычных людей? Конечно. Например, в Брюсселе живет одна женщина. Ее зовут Клаудия. Несмотря на свои 62 года, она в одиночку за два месяца проехала на велосипеде от Атлантического океана до Черного моря и сняла фильм о своем приключении. Мы приехали к ней поздним вечером. Она встретила нас в фартуке и с руками в тесте. Без лишних церемоний Клаудия выдала нам такие же фартуки, пригласила на кухню и попросила нарезать овощи для салата. Почистить картошку. В результате мы все вместе приготовили такой ужин, пальчики оближешь. Клаудия оказалась удивительным человеком. Весь ее дом увешен картами, фотографиями и картинами, которые она нарисовала сама. Если бы ты снова отправился в такое же путешествие, что бы ты изменил? В своем блоге я подробно описывал наше путешествие день за днем. Как мы собирались, как укладывали вещи, как общались с людьми, как думали о возможных трудностях. Мне кажется, что я не вычеркнул бы ни строчки из поездки, хотя одно изменил бы. Думаю, что нам надо было намного быстрее проехать первый отрезок маршрута. А мы задержались на Балтийском побережье и промотали там аж четыре дня. Экая досада. Это бесспорно было ошибкой. А самые красивые места у нас были еще впереди. Выслухай на еще ешь раз. Можно ли за 90 дней объехать Европу? Запросто. Стас Егоров с Евгением Минаевым за три месяца проехали на велосипеде 13 европейских стран. Стас, с чего все началось? С мечты о далеких странах и незабываемых приключениях. До этой поездки мы с Евгением никогда не были за границей, но ехать организованной группой нам не хотелось. Вот тогда мы и придумали путешествие на велосипедах. Конечно, какие-то мысли по поводу маршрута у нас были, но как все организовать мы не знали. Однако мир не без добрых людей. Сегодня обо всем можно прочитать в социальных сетях. Именно там мы нашли группу ⁇ Двухколесные люди ⁇ Ее члены ⁇ бывалые велосипедисты-путешественники. На сайте они делились своим опытом. Доверяя мнениям совершенно незнакомых людей, без путеводителя, мы продумали всю нашу трассу и втайне от родителей и приятелей начали готовиться к путешествию. Близкие до сих пор меня упрекают, что до отъезда я все держал в секрете. Все сложилось так, как вы запланировали? Не совсем, хотя до Праги мы доехали благополучно. Но там у Евгения украли велосипед, который он буквально на минуту оставил без присмотра. Пока друг вызывал полицию, я погнался за грабителем и чуть не врезался в машину. Я ездил по близлежащим улицам в надежде найти вора, пока не упал на каком-то повороте и не разбил колено. Когда я вернулся, полицейские проверяли документы Евгения. Они обещали помочь, но особых надежд не было. Чтобы ехать дальше, Евгению пришлось купить подержанный велосипед. Вы встречали по пути необычных людей? Конечно. Например, в Брюсселе живет одна женщина. Ее зовут Клаудия. Несмотря на свои 62 года, она в одиночку за два месяца проехала на велосипеде от Атлантического океана до Черного моря и сняла фильм о своем приключении. Мы приехали к ней поздним вечером. Она встретила нас в фартуке и с руками в тесте. Без лишних церемоний. Клаудия выдала нам такие же фартуки, пригласила на кухню и попросила нарезать овощи для салата, почистить картошку. В результате мы все вместе приготовили такой ужин, пальчики оближешь. Клаудия оказалась удивительным человеком. Весь ее дом увешен картами, фотографиями и картинами, которые она нарисовала сама. Если бы ты снова отправился в такое же путешествие, что бы ты изменил? В своем блоге... Я подробно описывал наше путешествие день за днем. Как мы собирались, как укладывали вещи, как общались с людьми, как думали о возможных трудностях. Мне кажется, что я не вычеркнул бы ни строчки из поездки, хотя одно изменил бы. Думаю, что нам надо было намного быстрее проехать первый отрезок маршрута. А мы задержались на Балтийском побережье и промотали там аж четыре дня. Экая досада. Это, бесспорно, было ошибкой. А самые красивые места у нас были еще впереди. Задание другие. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Текст первый. Кто не любит детективы, поднимите руку. Только давайте будем честными, хотя бы сами с собой. Даже самые упрямые снобы, которые признают исключительно Достоевского, по ночам, когда их никто не видит, потихоньку читают детективы, которые хранят на заветной полочке. А утром они же будут горячо доказывать, что детектив родился и умер вместе с Эдгаром По, превратившись из высокой литературы, в брошюрке для малограмотных. Но пока ночь, они могут расслабиться и от души наслаждаться очередной детективной историей с азартом, следя за работой сыщика. Текст второй. Я уверена, что жизнь опережает любые фантазии. Пример, пожалуйста. Книгами Агаты Кристи зачитывается не одно поколение любителей детективов, но ее жизнь также хранит неразгаданные тайны. Представляете, в 1926 году любимый муж писательницы признался ей в измене и ушел к разлучнице. И тут Агата неожиданно пропадает. Полиция подозревает, что женщина убил ее муж, но без трупа нет преступления. Лучшие сыщики ищут писательницу 11 дней – пока, наконец, ее не находят в маленьком отеле, где Кристи зарегистрировалась под фамилией любовницы мужа. Причина исчезновения Кристи до сих пор остается тайной. Сама писательница не смогла, а может, не хотела ее объяснить, ссылалась на амнезию. Круто! Лихо закрученный сюжет с неожиданными поворотами. Текст третий. Автор любого детектива, даже самого простенького, предлагает читателю принять участие в решении загадки. Читатель может поставить себя на место Шерлока Холмса и попытаться решить задачу. Для этого в книге есть все необходимые данные. Можно днями и ночами охотиться за преступником, принимать участие в перестрелках, погонях, без стеснения доказывая, что ты умнее, быстрее, наблюдательнее Эркюля Пуаро – и комиссара Мегре вместе взятых. Причем для этого даже не нужно выходить из дома. Уютное кресло, книга на коленях и возможность самореализации обеспечена. Текст четвертый. Представляете, оказывается, Артур Конан Дойл, который стал известен благодаря Шерлоку Холмсу, недолюбливал своего героя, и считал, что если бы никогда не брался за Холмса, занимал бы в литературе более значительное место. Писатель считал свои детективы легким чтивом, и несмотря на то, что они сделали его самым оплачиваемым автором того времени, Конан Дойл даже убил Холмса. К счастью, из-за потока писем от возмущенных читателей, которые требовали вернуть любимого персонажа, писателю пришлось оживить славного героя своих детективов. Текст пятый. Вспомните, в книгах, когда в то или иное спокойное местечко приезжал какой-нибудь сыщик, например, Эркюль Пуаро, Мисс Марпл или, не приведи Господи, Даша Васильева, там сразу же происходило убийство. Причем место значения не имело. Хоть деревня, хоть крупный город, хоть дача друзей, хоть вообще поезд или пароход, с людьми однозначно расправлялись везде, где появлялся детектив. Таков закон бытия. Преступник видит знаменитого сыщика, и его словно что-то заставляет тут же, из вредности, совершить ужасное преступление. А не будь там сыщика, никто бы и не почесался кого-то убивать. Вывод. Всякие там детективы, Коломбо, Нира Вульфы, отцы Брауны, социально опасны. Они являются источником зла. Выслушай награния еще раз. Текст первый. Кто не любит детективы? Поднимите руку. Только давайте будем честными, хотя бы сами с собой. Даже самые упрямые снобы, которые признают исключительно Достоевского, по ночам, когда их никто не видит, потихоньку читают детективы, которые хранят на заветной полочке. А утром они же будут горячо доказывать, что детектив родился и умер вместе с Эдгаром По, превратившись из высокой литературы в брошюрки для малограмотных. Но пока ночь, они могут расслабиться и от души наслаждаться очередной детективной историей с азартом, следя за работой сыщика. Текст второй. Я уверена, что жизнь опережает любые фантазии. Пример? Пожалуйста. Книгами Агаты Кристи зачитывается не одно поколение любителей детективов, но ее жизнь также хранит неразгаданные тайны. Представляете, в 1926 году любимый муж писательницы признался ей в измене и ушел к разлучнице. И тут Агата неожиданно пропадает. Полиция подозревает, что женщина убил ее муж. Но без трупа нет преступления. Лучшие сыщики ищут писательницу 11 дней, пока, наконец, ее не находят в маленьком отеле, где Кристи зарегистрировалась под фамилией любовницы мужа. Причина исчезновения Кристи до сих пор остается тайной. Сама писательница не смогла, а может, не хотела ее объяснить, ссылалась на амнезию. Круто! Лихо закрученный сюжет с неожиданными поворотами. Текст третий. Автор любого детектива, даже самого простенького, предлагает читателю принять участие в решении загадки. Читатель может поставить себя на место Шерлока Холмса и попытаться решить задачу. Для этого в книге есть все необходимые данные. Можно днями и ночами охотиться за преступником, принимать участие в перестрелках, погонях, без стеснения доказывая, что ты умнее, быстрее, наблюдательнее Эркюля Пуаро и комиссара Мегре вместе взятых. Причем для этого даже не нужно выходить из дома. Уютное кресло, книга на коленях и возможность самореализации обеспечена. Текст четвертый. Представляете, оказывается, Артур Конан Дойл, который стал известен благодаря Шерлоку Холмсу, недолюбливал своего героя и считал, что если бы никогда не брался за Холмса, занимал бы в литературе более значительное место. Писатель считал свои детективы легким чтивом, и несмотря на то, что они сделали его самым оплачиваемым автором того времени, Конан Дойл даже убил Холмса. К счастью, из-за потока писем от возмущенных читателей, которые требовали вернуть любимого персонажа, писателю пришлось оживить славного героя своих детективов. Текст пятый. Вспомните, в книгах, когда в то или иное спокойное местечко приезжал какой-нибудь сыщик, например, Эркюль Пуаро, Мисс Марпл — или «Не приведи Господи Даша Васильева», там сразу же происходило убийство. Причем место значения не имело. Хоть деревня, хоть крупный город, хоть дача друзей, хоть вообще поезд или пароход, с людьми однозначно расправлялись везде, где появлялся детектив. Таков закон бытия. Преступник видит знаменитого сыщика, и его словно что-то заставляет тут же из вредности совершить ужасное преступление. А не будь там сыщика, никто бы и не почесался кого-то убивать. Вывод. Всякие там детективы, Коломбо, Нира Вульфы, отцы Брауны, социально опасны. Они являются источником зла. Задание 3. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. У нас в гостях Ксения Афанасьева, которая из года в год организует «Московский марафон» – мероприятие, которое ждет город, ждут люди, ждут те, кто уже купил дорогие беговые кроссовки и те, кто бегает в потертых кедах около дома. Ксения, что, по-твоему, может заставить человека начать бегать? За пять лет работы я поняла, что причины у людей могут быть самые разные. Кто-то начинает бегать за компанию, Кого-то приводят друзья, а кто-то хочет заявить о себе. Я не считаю, что есть правильные причины или неправильные. Мне, например, хотелось похудеть. Это была банальная цель, но желание быть стройной открыло мне дверь в новый, удивительный мир. Как все началось? Можешь вспомнить тот день? Я начала бегать ранней весной, десять лет назад. Было очень холодно. Я надела колготки под какие-то штаны хлопковую толстовку под куртку, намотала шарф. Тогда у меня не было никаких гаджетов. Я просто проложила на Яндекс-картах маршрут по району и вышла из дома. Такое начало. Я наращивала километраж резко, неразумно, мне не с кем было посоветоваться. Я не знала, как бегать и в чем. Стоит ли сразу приобретать модную дорогую спортивную одежду и кроссовки? Говорят, это отличный стимул. Знаете, я заметила в некоторых начинающих бегунах такую черту, которая лично мне не по вкусу. Люди заменяют увлечение покупкой инвентаря. Например, человек хочет начать бегать и сразу ищет самые дорогие часы, самую технологичную одежду, выбирает самые подходящие кроссовки. Он много времени проводит в магазинах, а потом почти не занимается спортом. Первая пробежка обычно дается не очень легко как не отчаяться и выйти побегать еще раз? Прозвучит банально, но чтобы захотелось бегать во второй раз, первый не должен быть тяжелым, утомительным. Большинству хочется с первой пробежки выдать высокий результат, поэтому выкладываются на дистанции, не рассчитав свои силы. Потом эти люди чувствуют себя больными и усталыми всю неделю. Это первый шаг к тому, чтобы спорт опротивил. Бегать нужно всегда с удовольствием. Выберите комфортный темп, даже если он только немного быстрее, чем шаг. Никто не будет смотреть осуждающе. Темп со временем придет сам. А каким был твой первый марафон? Я пробежала свой первый и пока единственный марафон в 2013 году. Это был московский марафон, в котором я теперь работаю. Почему я бежала? У нас была удивительная возможность финишировать на большой спортивной арене в Лужниках, которая практически сразу после марафона закрылась на реконструкцию. Я тогда подумала, как здорово, я смогу финишировать там, где проходила Олимпиада 80, я почувствую себя олимпийской спортсменкой, и признаюсь, именно так и было. Выслухай на грани еще раз. У нас в гостях Ксения Афанасьева, которая из года в год организует московский марафон. Мероприятие, которое ждет город, ждут люди, ждут те, кто уже купил дорогие беговые кроссовки, и те, кто бегает в потертых кедах около дома. Ксения, что по-твоему может заставить человека начать бегать? За пять лет работы я поняла, что причины у людей могут быть самые разные. Кто-то начинает бегать за компанию, кого-то приводят друзья, а кто-то хочет заявить о себе. Я не считаю, что есть правильные причины или неправильные. Мне, например, хотелось похудеть. Это была банальная цель, но желание быть стройной открыло мне дверь в новый, удивительный мир. Как все началось? Можешь вспомнить тот день? Я начала бегать ранней весной, десять лет назад. Было очень холодно. Я надела колготки под какие-то штаны, хлопковую толстовку под куртку, намотала шарф. Тогда у меня не было никаких гаджетов. Я просто проложила на Яндекс-картах маршрут по району и вышла из дома. Такое начало. Я наращивала километраж резко, неразумно, мне не с кем было посоветоваться. Я не знала, как бегать и в чем. Стоит ли сразу приобретать модную дорогую спортивную одежду и кроссовки? Говорят, это отличный стимул. Знаете, я заметила в некоторых начинающих бегунах такую черту, которая лично мне не по вкусу. Люди заменяют увлечение покупкой инвентаря. Например, человек хочет начать бегать и сразу ищет самые дорогие часы, самую технологичную одежду, выбирает самые подходящие кроссовки. Он много времени проводит в магазинах, а потом почти не занимается спортом. Первая пробежка обычно дается не очень легко. Как не отчаяться и выйти побегать еще раз? Прозвучит банально, но чтобы захотелось бегать во второй раз, первый не должен быть тяжелым, утомительным. Большинству хочется с первой пробежки выдать высокий результат, поэтому выкладываются на дистанции, не рассчитав свои силы. Потом эти люди чувствуют себя больными и усталыми всю неделю. – это первый шаг к тому, чтобы спорт опротивил. Бегать нужно всегда с удовольствием. Выберите комфортный темп, даже если он только немного быстрее, чем шаг. Никто не будет смотреть осуждающе. Темп со временем придет сам. А каким был твой первый марафон? Я пробежала свой первый и пока единственный марафон в 2013 году. Это был московский марафон, в котором я теперь работаю. Почему я бежала? У нас была удивительная возможность финишировать на большой спортивной арене в Лужниках, которая практически сразу после марафона закрылась на реконструкцию. Я тогда подумала, как здорово, я смогу финишировать там, где проходила Олимпиада 80. Я почувствую себя олимпийской спортсменкой. И признаюсь, именно так и было. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.